Чем отличается мотивация от вдохновения? Чем отличается мотивация от вдохновения? Мотивация – это искусственный инструмент для достижения цели, и нам нужно прикладывать к нему усилия. Можно представить, что мы держим в руках рацию, и нам нужно нажать на кнопку, чтобы нас услышал другой человек, и не отпускать. Как только отпустишь, нас перестанут слышать. Точно так же работает и мотивация. Вот вдохновение мы контролировать не можем. Это то, что приходит изнутри. Но вдохновение, напротив, контролирует нас и заставляет художников не спать по ночам. Вдохновение и мотивация – это как две ходули. И мы, как акробаты, идем к своей цели, опираясь вначале на мотивацию, затем на вдохновение. В какие-то дни мы чувствуем душевный порыв и естественное желание работать. В другие дни настроение может меняться. И тогда нам нужно прикладывать усилия, чтобы мотивировать себя и выполнять рутинные действия. Существует множество методик по мотивации себя, книг, тренингов, где специально обученные люди помогают достигать мотивации и делать эти рутинные действия. Информации безумное количество, что-то под себя найти можно. Для меня самый простой и действенный способ – это ведение блокнотика, где я записываю цели на день. Банально, но это помогает, по крайней мере, мне. Я записываю туда то, что мне нужно сделать, и это позволяет мне не запоминать, знать точно, что мне нужно сделать, не теряться в этом. А еще это прекрасное ощущение в конце дня выполненной работы. Меня это очень мотивирует. Но вот с вдохновением все гораздо сложнее. Его нельзя вызвать по собственному желанию. И самая ужасная новость состоит в том, что без вдохновения мотивация не работает. Я проходила это на собственном опыте, когда в моменты разлада самой собой и неудовлетворения жизни мне буквально не хотелось ничего делать. И длилось это достаточно долго, и даже мой блокнот с записями доводил меня морально до слез. Все дело в том, что я не чувствовала вдохновения, потому что перестала получать удовольствие от жизни. И у меня было не на что сил, ведь без вдохновения нет энергии. В современной культуре существует один очень опасный фетиш – продуктивность. Но если ты творческая личность, то гонка за продуктивностью – это совсем не то, что тебе нужно. Ведь в творчестве главное чувствовать вдохновение, а не спешить. Вот только интернет изобилует методиками по достижению мотивации, а не вдохновения. Поэтому я хочу дать свое определение вдохновению и рекомендации, основанные на моем опыте. Итак, мое мнение состоит в том, что вдохновение можно ощутить только тогда, когда ты получаешь удовольствие от жизни, когда ты удовлетворен тем, что имеешь, и когда тебе нравится процесс, когда ты идешь к своей цели. Проще говоря, вдохновение равно удовольствию. Именно поэтому в жизни нам так важно взаимодействовать с тем, что нравится, и делать то, от чего мы получаем удовольствие. Конечно, очень легко запутаться и попасть под влияние других людей, обстоятельств, и начать делать не то, что нравится, но зато приносит деньги, или так правильно, так надежнее, так лучше, стабильнее и так далее. Удовольствие, получаемое от жизни таким человеком, сведено к нулю. Конечно, вдохновению браться неоткуда, а значит и энергии. Большая часть сил такого человека уходит на то, чтобы подавить свои желания или заставить себя делать то, что он не хочет делать. Таких людей очень много, но ты можешь им не быть. Очень важно делать то, что ты хочешь, даже если это трудно или кто-то этим недоволен. Хотя бы в некоторых аспектах жизни я попрошу тебя установить свои правила и свои цели, от которых ты будешь получать кайф. А в тех аспектах, где поменять что-то ты не сможешь решиться, придумай пользу, которую ты извлекаешь из этой ситуации, или, возможно, приносишь пользу кому-то другому,
и получай удовольствие от осознания своей важности в этом процессе. Тогда вдохновение войдет в твою жизнь, ты расслабишься, у тебя появится много сил, и ты сможешь добиться очень многого, а самое главное, станешь счастливее.